Детство – беззаботная, но, увы, быстротечная пора. На праздник в День защиты детей во Фрязинский лесопарк пришли мальчики и девочки, а также их родители. Здесь состоялся общеобластной праздник «Город профессий» в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Для детей и родителей была подготовлена концертная программа «День детства», в которой выступили танцевальные и театральные коллективы Центра культуры и досуга «Факел» и Дворца культуры «Исток». Как все от счастья плачу, и знаем наперед, не может быть иначе. Только приехали на час. Также была организована мотофотозона и прошла выставка спецтехники. Дети могли посидеть за рулем пожарного и патрульного автомобилей. Гости праздника смогли попробовать свои силы в квесте, мастер-классе и футбольном турнире, а еще угоститься бесплатным мороженым от команды губернатора. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.